опять обратите внимание, все очень предсказуемо и как-то слишком просто в исполнении ПСВ. Вот это здорово. Вот ПСВ, я думаю, что организует свой самый опасный момент не благодаря какой-то разумной атаке, а благодаря вот какому-то волевому усилию. Вот здесь, смотрите, они потеряли мяч, потом тут же пошли в отбор. Полутойвенен это сделал. И вполне это могло закончиться опасностью. О, как здорово, надо забивать второй гол! 2-0 забивает Твента, и это уже серьезная заявка на успех в этой встрече. Как вот к этому хищному зверю подступиться, ПСВ пока не придумал. А вот хищный зверь, как укусить своего оппонента, нашел уже целых два способа. Дальний удар Ола Джона, нестандартное смещение в центр и контратака. Это уже была классическая контратака, и мы видим, что Янсен имеет в этой атаке особую роль. Не он пасует, а он замыкает. Очень красиво раскладывает своего противника.